Рекламу, как и положено, видит весь город, а вот владельца счета днем с огнем не сыщешь. По крайней мере, с сотрудниками мэрии он на связь не выходит, а между тем билборд на пересечении улиц Рабфаковской и Красных Зорь установлен незаконно. Он не согласован и денег бюджету не приносит. Приговор тут один – демонтаж. Мы рассчитываем, что владелец обратится за возвратом этих конструкций, которые, безусловно, имеют определенную ценность. Щиты будут хранить месяц на случай, если хозяин объявится. За март демонтировано 19 незаконных билбордов. Если владелец рекламной конструкции неизвестен, то и он впоследствии, после того, как будет осуществлен демонтаж, он обратится за тем, чтобы забрать свою конструкцию, да, у организации, осуществившей демонтаж, он в соответствии с требованиями федерального закона обязан в полном объеме возместить затраты, связанные с принудительным демонтажом, и за весь период, в течение которого конструкция была незаконно установлена, в двойном размере внести плату за эксплуатацию этой конструкции. Еще около 30 предписаний на демонтаж сейчас выданы владельцам конструкции. У них есть месяц на то, чтобы убрать рекламу самостоятельно. Любопытно, что профильному управлению мэрии в работе помогают именно горожане. Они пишут обращения о незаконно установленных, по их мнению, билбордах и оставляют информацию в Твиттере. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.